А знаете ли вы, что такое грязевой вулкан? Как гласит наука, это образовавшееся в земле отверстие, откуда на поверхность поднимаются грязевые массы и газы, смешанные с подземными водами и нефтью. При извержении грязевого вулкана сперва раздается гул, грохот, взрыв и выброс огромного количества грязи, после чего углеводные газы самовозгораются, образуя столб огня высотой около 250 метров. Вместе с огнем наверх вылетает огромное количество осколков горных пород, которые, достигнув высоты 120 метров, падают вниз, часто полностью заполняя кратер. Само извержение длится недолго, но вулкан все равно остается активным, выделяя в небольших объемах газы, грязь, нефть и воду. Грязевая сопка обычно возникает самостоятельно, в зонах активной вулканической деятельности, там, где залегает нефть. Именно наличие последней свидетельствует о том, что в данной местности есть ценное месторождение. Грязь же таких вулканов содержит массу полезных для человеческого организма природных элементов, которые используются для лечения разных заболеваний. Грязевые вулканы можно встретить в Туркмении, Румынии, Италии, Иране, Бирме, Венесуэле и России. Всего на планете насчитывается около 800 грязевых вулканов, 350 из которых находятся на побережье Каспийского моря в Азербайджане и занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Делись этим видео со своими друзьями. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео с коктейлем знаний.